Здравствуйте, зрители канала «Заметки нумизмата». Мы продолжаем задавать вам вопросы, объявляем новый конкурс, надеемся быстро получить ответ. Напоминаю вам, что по результатам первого конкурса многие были не очень внимательны, и большинство попытались найти ответ, просто открыв справочник. Ради такого вопросы, естественно, не задаются. Но в любом вопросе отчасти содержится подсказка на ответ. Будьте внимательны, слушайте мой вопрос. Я думаю, вы быстро ответите. Ну, может быть, какой-то справочник вам надо будет открыть, но просто чтобы проверить себя. На всякий случай, на этот раз вопрос будет легким, такая дополнительная вам разминка. И на ответы мы даем всего 3 дня с момента выхода данного ролика. Итак, наш сегодняшний приз. Монета 5 рублей 1988 года, посвященная памятнику в честь тысячелетия Руси, в Новгороде Великом. Хорошая монета в исполнении пруф, в оригинальной запечатке, без повреждений. Я думаю, что вполне может послужить кому-то элементом коллекции, ну или предметом для обмена, если такая монета у человека есть, или он не собирает монеты такого типа. Приз получит первый, ответивший на вопрос. Подчеркиваю, вопрос в этот раз несложный. Ну а предыстория такая. В 1881 году трагически погиб император Александр II в результате покушения, и на престол зашел сын его Александр Александрович III. Император уважаемый, в российской истории считающийся императором-миротворцем, императором, в правлении которого Россия не вела серьезных войн, активно развивалась, были заложены основы многих реформ, проводимых в дальнейшем уже при Николае II. Да и начал он свое правление, точнее коронование, буквально с реформы. Появилась после 90-летнего перерыва монета, рубль на коронацию Александра III 1883 года с портретом нового императора. Таким образом была прервана долгая традиция отказа от портретных монет. Ну а с 1886 года уже была проведена полноценная реформа, заменены монеты, приведены золотые монеты к стандарту монет Латинского Союза, то есть выпускались после 1886 года золотые монеты в 900-й пробе, соответствующей золотым монетам Латинского Союза, и полуимпериал, 5-рублевая монета, имела вес 6,45 грамм, что соответствует 20, ну скажем, франкам французским, страны, входившей в Латинский Союз и ставшей законодательницей этого стандарта золотых монет Латинского Союза. Итак, вопрос. А в каком году, с какой датой после коронования Александра III в Российской империи было начеканено наибольшее количество номиналов золотых монет? Жду вашего ответа. У вас 3 дня на правильные ответы. И с радостью поздравим победителя. Удачи вам!